Так, что это за знак призыва вообще? Призвать этого темного духа? Нет. Я вижу, что он маг. Ну нафиг. Тем более, это, по-моему, типа для PvP, по-моему. Такс. Так, обратно я не хочу. Ой, блин, а... Ладно, вернемся в Маджуон. Хотя, надо знать чего. Что? А, пристань. Так. Лес павших гигантов. Надо к той бабуське сходить. По-моему, у нее там человечность продавалась когда-то. Могучее чудо с инфлянтом, мощное лечение, восстанавливает на вектор, число ограничено. Книга мощного лечения, вероятно, сложна, поэтому лишь... Да, не успел прочитать, чисто для себя, я читаю сейчас. Окей. Я знал, что ты вернешься, да-та-та. Я скупаю у тебя все духа. Это возьму. Один фиг, блин. Филки нужны. Так, давайте, кстати, вспомним заодно. Тут мы все исследовали. Так, ну, в принципе, к ящерицам мне не особо не тянет. Ну, сундука, во-первых, нету. Впереди. Во-первых. Во-первых, сундука нету. Так. А, отсюда мы приперлись когда-то. Так, сюда мы ходили. Там ничего интересного нету, да? Ну, кроме, конечно же, этого фальшивого трупа. Нафиг эта дверь. Так, ну да, мы тут были. Спустимся нормально. Да. Клад впереди. Окей. Надо восстановить человечность каким-то макаром. Можно, конечно, использовать человеческую фигурку, которых у меня много. Но я жмут. Так уж. Отправимся в это. В башню Хейда. Руины Хейда. Ну, первое, конечно же, мы оставим знак призыва. Получим. Восстановим человечность. Потом пойдем убьем босса. Заодно, кстати, посмотрим. Еще есть люди, которым помощь-то нужна. А я тут пока что вот с этим попрактикуюсь. Так. Я чисто, кстати, ну... Чисто другой вид ударов решил попробовать. Ну, не так. Так, не очень. О, ох, ё-моё, я не
думал, что такое можно сделать все-таки. Ладно. 100%, ну, где-нибудь тут-то заметят. То, что я не хочу тратить человеческую фигурку за просто так. А человечность я хочу вернуть. Так. Ну. Может, я достаточно высокого уровня. Но все-таки мне интересно чисто. Тут еще кто-нибудь шляется, кому нужна помощь именно с боссом тем. Тик. Вроде я не улучшал. Наверное, это за ловкость. Тихо. 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 Так, нечто потрясающее, ну. Я бы не сказал так бы, но, в принципе, да. Так, кажись, тут уже никто не шляется. Все уже могучие воины. Мочи и говна. Третьей степени. Упс. Тикс. Так, забрать предмет. Треснувшего синелка. А вот шлем не выпадает с них просто. Из принципа, наверное. Да, я знаю, что можно использовать человеческую фигурку. Чтобы восполнить человечность и пойти там восстановиться. Но это не наш метод. Товарищи, это не наши методы. Это методы Гитлера. А мы кто? А мы не знаю кто. Мы СССР, блин. В будущем. Треснувшего синюка. Ладно. Упс. Рыцарь, извиняйте. Но меня тут вызывают. Отлично. Включение от многопользовательской сессии, блин. Из-за того, что я дрался со врагом. Ну ладно. Ну. Вообще, я понял то, что там кому-то еще нужно. Ладно, поставим здесь знак призыва, что ли. Пошляемся еще. А, кстати. Так. Так. Да блин,
Старый доспех рыцаря, нафига? Мне он так есть. Так. Ну что, убьем того этого. Вот этого гладиолуса. Получим алебарду. Как думаете, стоит? По-моему, стоит. You are my greatest challenge. This is the ultimate challenge. Great Sentinel. Lead me home. Алебарда синего рыцаря. Давайте посмотрим. Так. Нормально так-то. Что для нее требуется? Я чуть сразу не посмотрел. Для нее требуется... Ловкость. 20. Ну ладно. Ладно, вы ничего не видели. Блин, вообще. Ладно, пофиг. Не хотите, как хотите меня призывать. Я пошел тогда. Вот тут. Наконец-то меня призывают. Я хотя бы получу на халяву. Эту. Именно огнево Дрейка. Изменение волшебный тентанит. Используй для усиления оружия огнем. Или для добавления защиты от огня защиты. Угу. Че там с боссом уже дерется, что ли? Идиоты. Ща вам покажет профессионал, как драться с боссом. Вот подходите вот к нему сзади. И начинаете просто его клашмать. Вот и все. Вот запомнил ты. Мужик в трусах. Вот так. Знак верности. Пока. Пешеходи. Доспех Ауроса. Все, теперь. Теперь я человеческого выда. Я доволен, я валю отсюда. Кстати, каждый раз, чем больше вы одного и того же босса убиваете, тем больше... Ну, точнее, тем меньше вам дают... душ за него. То есть, допустим, за убийство гиганта того... последнего гиганта. Если вы кому-то будете помогать его убивать, тогда, по-моему, там легче убить. И пять рыцарей и пальца. Так. Хватает только на один уровень. Опа. Так. Надо что-то придумать. Кстати, флягу с эксом. Нет.
Блин, что мне делать? Не, у меня, конечно, есть идея интересного характера. Ладно. Так. Ну, не хватит на два уровня, по-моему, все равно. Проклятый, да-да-да. Новый уровень. Мне не хватит на два. Да, мне не хватает там буквально... Немного мне не хватает. ФЗЧ повысим до 70. Теперь я чуть-чуть... Теперь я могу... О! Теперь у меня увороты будут более такие стабильные. Ох. Да. Сейчас будет весело, как врач заявляю. Тебе смотрите. Смотрите. И нету денег. Вот весело, да? Я согласен, что это весело. Ой, господи. Давайте снова в это ядовитое место отправимся. Посмотрим, есть ли там бонфайры. Ну, это не бонфайры, а эти знаки призыва. H1. Призыва пропал. Аж целый один знак призыва был, а? Можно, конечно, тут еще постоять, посмотреть. С какое-то время они появляются. С какое-то время они, да, появляются. Этого не вынесу. Тык. Давайте немного поиздеваемся над людьми. Тык. Нет. Кто хотел сказать, может помочь прыжок. Потом подумал, вдруг какой-нибудь реальный. Ну, не будем помогать Dark Souls это добывать эти смерти. Нету знаков призыва? Нет, я тогда не пойду так. Не, ну в принципе я дойду, но я долго не выживу. Тут-то... Ну-ка, ладно. Отправимся туда тогда. Краты копье. Копье с длинным наконечником. А, с крыватым наконечником. Необычно копье, что позволяет атаковать. О, стоп. Призыв тени. О! Фига себе. Ну чё, чурбаны? Войдите давайте. А то мне западло. О! Давай ты, идите, идите, идите. Давай, 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 давай. Ведите меня к победе. Куски мяса. Ведите меня к победе! Щит пехотинец, по-моему. Если я не ошибаюсь, тут где-то должна быть фляга сексуса. Ну, осколок точнее. Нет, осколок титанита есть только. Душа гордого рыцаря. Да блин! Кто мне прописал... Пендель. Ничего. Блин.
Щит-то пробивает скотину. Так, ну тут мы не пройдем. Ну, точнее, я не пройду. О, душа, душа, душа. Халява. Чё-то там мертвеца и еще что-то. Ну и пофиг. Стрела, там, кстати, должны быть лученьки и еще какие-то говнари. Темная смола. Ой, я так понимаю, это для все для пиромантии. О, господи, вот это я помню. Вот это достаточно один из самых неприятных врагов в Dark Souls. Значит, выполненная тень доктора Зоид возвращается в свой мир. Тень Флинн возвращается в свой мир. Меня кинули. Ну, один тушляться не буду. Я не хочу, не буду. Призывайся. Так, ты тут призываешься, ты тут нету, ладно. Они мне шляться тут не буду, я отказываюсь. Надо будет потом Романа попробовать как-нибудь дотащить до этого места. Здрасте. А, как бы тут мертвецы они, так уж. И давай, пошли, в общем. Клад впереди. Я в курсе, то, что тут клад когда-то был. Все мертвы, блин, ты не тупи. Давай, иди. Такое чувство, что это я. Так, смерти дофига. Ладно, идем так. Почему бы нет? Ага, конечно. Тихо. Где этот долбанный придурок? Так, вот только сдохни, а. Тебя купил. Сдохнуть от такого. Как тебе не стыдно, я, пожалуй. Посмотрю, тут есть где-нибудь поблизости знаки призыва. Не, ну, в принципе, я один спокойно мог там пошляться, но... Как бы поспокойнее будет. Вот там, кстати, что-то и валяется. Ну ладно. Ладно, пофиг. Так, сверху стрелки, так же пробегаем. Один фиг особо не попадут. Так, тихо. Какой ты бешеный, а? Надеюсь, никто не бежит. Нет, окей. Так, топор бандит, разбойника. Там еще что-то разбойника. Здрасте. Я, кстати, одним своим персонажем, которым я все время что-нибудь проверяю,
В Dark Souls умер, по-моему, 2 раза. Очень мало, по сути, так-то. Так, чуть-чуть больше дамага, но... При этом он... Ну, как он? Надо там что-то качать еще получается. Да. Во-первых, он чуть легче. Во-вторых, он это... Не, ну я имею в виду, чуть легче тот. Я кого-то слышал. Ваше сообщение оценили. Да мне пофиг, что мы сообщение оценили. Ну... Блин. Тут не пройдешь. Обидно. Что тут написали-то? Сундук впереди. Да. Логиками убивает людей, которые это все